Sorry. Снова всем привет, дорогие друзья. Я прошу прощения, что я записываю в таком качестве, потому что другого качества у меня, к сожалению, сейчас на данный момент нет, ребят. Так что, ребят, извините. Но это такая срочная новость, потому что мне все начали писать. Вот буквально я позавчера его изменил. Да, позавчера. Вот, и мне завчера столько сообщений пришло. Вы думаете, о чем я вообще говорю? Ребят, есть такая тема. Смотрите мой профиль. И у меня, видите, Free Fire Жабёна ФП. Free Fire, это типа вот написано типа со значком вот этим желтым и Жабёна ФП как ссылочка. Ребят, это делается очень легко, и поэтому я подумал, что наверняка нужно вам рассказать. Поэтому, ребят, записываю в таких вот условиях, так что, ребят, извините заранее. Но я надеюсь, вы за вот это поставите лайк и подпишитесь на канал. За эту инфу я буду очень сильно благодарен. На самом деле, эту инфу уже, по идее, все должны были знать, и вы можете сюда писать все, что угодно. В общем, обновили же, когда Free Fire, добавили возможность писать все, что угодно в подписи. То есть, все, что вы захотите. У меня до этого писалось там TikTok и ссылки на мои соцсети. Вот, но это не так прикольно и не так красиво, как вот, например, прописать всякие прикольные темы. Так вот, есть специальный сайт, где можно генерировать различные шрифты, различные приколюхи. И вам всего лишь нужно будет менять название и все. Естественно, нужно попадать в... как сказать, в условия того, что вам нужно написать определенное количество значений. Иначе, если будете больше, то у вас ничего не будет работать. В общем, как это делается? Есть сайт. Ссылочку я оставлю в описании. Собственно, вот он сайт. Вот он генератор. И тут все есть. Во-первых, давайте разберем шрифты. Давайте с первого начнем. Самый первый. В общем, вы можете сделать. Вот тут сразу примеры идут. Инста вот так вот сделать. Микаэла сделать вот так вот. Просто черный шрифт, походу. А, нет, вот такого вот типа шрифт тут будет. Вот, разные. У меня, например, вот такой стоял немножко. Вы можете там, типа, инфлюенсер, типа, воп, ты такой крутой. Вот, можете, типа, у вас будет ссылочка на ваш, типа, Инстаграм или что у вас там, не знаю. Вот, можно зачеркнутый сделать и так далее. Все это можно легко сделать. Вот Free Fire, вот у меня, по идее, вот, похоже вот на вот это вот сделано. Есть вторая страница, вот. Вторая страница, она немножко по-другому, видите? Тут вот, другие всякие приколюхи тоже похожие. Четвертая страница, вот. Вот здесь вообще вот, вот так вот. То есть, все, что вы захотите, делаете. Как это все делается? В общем, давайте выберем, например, вот мне там вначале понравилось Free Fire Influencer. А где он, где он, где он? Где-то здесь он был, да? А, вот он. Free Fire Influencer. Копируем вот эту вот, значит, тему. Копируем. Вставляем сюда. И я напишу вместо инфлюенсер, например, вот так вот давайте зачеркнем, уберем, напишем ютубер. Все. Копируем вот эту вот тему. Копируем. И вставляем. Делаем вот так вот. Сейчас я вам покажу. Сцену в игре. Вот. И вставляем сюда. Нажимаем ОК. Обновляем. Видите, Free Fire, ютубер. Вот так вот это легко делает. Давайте еще пример покажу. Давайте обновим страничку. Зайдем обратно. Кстати, если я вот так, по идее, сделаю уже, да? Или нет? Сейчас давайте проверим. Free Fire, ютубер? Не, оно тут не меняется. Ладно. Так, давайте еще что-нибудь попробуем. Давайте вот на третью страничку перейдем. Попробуем вот такой вот зачеркнутый текст сделать. Походу, он будет сложновато делаться, мне кажется, или нет. Сейчас проверим. То есть, делаем вот так вот. И напишем. Давайте напишем. Ты подписан на меня. Ты подписан на меня. Я думаю, это будет круто. Точнее, жаба. Нет, вот так вот. Ты подписан на жабку. Вот. Вот так вот сделаем. Копируем. Здесь вам видно? Вам видно. Ну, я могу чуть поменьше сделать себя. Вот так вот. Подписан на меня. Ну, вы поняли, все равно в какое окно вводить. Вот, сюда идем. Снова. Заходим в профиль. И меняем. Ты подписан на жабку. Окей. И выйдете. Вот, вот теперь вот так вот это выглядит.
довольно-таки прикольная тема, ребят. Надеюсь, вам понравилось. И меняйте свой стиль, и пишите все, что хотите. Ну, естественно, без там всяких оскорблений, без всего такого. Вот, пользуйтесь сайтом, ссылочка в описании. Если вам было полезно, подпишитесь, поставьте лайки. Ну, а с вами был я, Жабка. А, собственно, все. Всем пока, удачи вам. Скоро будут ролики уже с нормальным качеством. И будет вообще просто круто, классно. Всем пока.